Белая, червоная, черная – символика колеру у народной культуры. Выстава под такой назвой открылась у палаца Румянцевых и Паскевичев. Экспозиция рассказывает про итоги изъявления этой колерной триады и символику вытканных и вышитых узоров у народной традиции. Наведвальники выставы смогут найти отказы на питание, чему наши предки носили белое одение, оздобленное червоным орнаментом, и чему мы живем на белом свете, и как у нашей культуры сформировались устойчивые ассоциации с вызначенным колером. В первую очередь мы хотели показать, что белорусская культура, она, в общем-то, очень уникальна тем, что сохранила глубинные пласты культуры общечеловеческой. Ведь многие цивилизации, они утратили то, что они имели в самом начале пути. Об этом наведвальникам выставы расповядут предметы этнографии – рушники, кашули, постелки и народные образы. А кроме того, тут можно пройти тест Люшера и доведаться про значение рунов.